Всем привет, ребят, с вами Безумный ТВ, и в сегодняшнем видеоролике мы рассмотрим, как легко и быстро убить первых боссов в Don't Starve Together. И начнем мы, конечно же, с босса, который является прям кошмаром для всех новых игроков. Это циклоп-олень. Итак, рассмотрим, как его легко и быстро убить. Для начала вам нужно найти болото поблизости, возле своей базы, или просто ждать там. Циклоп-олень приходит, как вы знаете, на 20-й день, примерно в конце зимы. Так что вам можно просто стоять у болота, и он, естественно, придет к вам. Дальше вам просто нужно завести его на болото и поводить по тентаклям. Они дамажат очень много и убьют его прям очень-очень быстро. Я специально на своем сервере нашел место, где есть ловушка с тентаклей. То есть это вот такое место, где очень много тростника растет болотного. И помимо него там дофигища тентаклей. Они очень быстро раздамаживают циклоп оленя. Как видите, у него уже 1470 хп, даже меньше. И он разваливается прямо на глазах. Ваша задача, короче, найти какое-то болото возле своей базы и просто отвести туда оленя. И все. Дальше вы его, естественно, просто вводите по местности и смотрите, как его раздамаживают те же самые мермы или же тентакли. Так что такая вот стратегия очень простая, вам не придется ни разу его ударить. Кстати, сделайте себе бумеранг, что сделал я. С помощью его вы можете издалека агрить циклопа, не получая от него урона. Но, конечно же, на болоте нужно быть очень и очень осторожным, потому что вы сами можете умереть от тентаклей. Я ненавижу из-за этого болота и очень часто там помираю. Так что будьте осторожны. Как видите, у нашего циклопа осталось всего лишь 220 хп. Короче, это еще 2 тычки, и он просто рассыпается на ваших глазах. Как видите, даже мне никакого урона он не нанес, я получил только от тентаклей, а так-то все вот как бы изи, пробуйте, ребят, пользуйтесь, очень полезная стратегия. Второе, это у нас будет барсук, медведь-барсук. Для того, чтобы его убить, вам нужно найти вот такую вот огромную местность с деревьями, после чего взять себе в инвентарь что-то медовое, это может быть мед или медовые рулеты, и барсук будет на вас агриться, потому что для него в приоритете всегда мед. Приходит он на 5-й день осени, думаю, все вы знаете, к случайному игроку, если вы играете в соло, то просто к вам, естественно, он придет. Если вы с ребятами, то каждый берет себе что-то медовое в инвентаре, после чего барсук будет на вас агриться. Дальше вы водите его по лесу до того времени, пока не появятся братья наши мирные и хорошие, которые помогут нам завалить его. Это энты. Как вы знаете, у них около 3-4 тысяч хп, у барсука 6 тысяч, но появится энт не один, а своими дружбанами, и они его очень быстро замесят. Что вы сейчас и будете наблюдать. Вам же просто придется стоять и смотреть, а потом собрать весь ценный лут с энтов и, конечно же, с барсука. Итак, осталось у него всего лишь 770 хп, сейчас они уже по-быстренькому его замочат. Как видите, еще один энд появился во время замеса, то есть их уже было целых 4, и это не проблема для них, чтобы убить барсука. Вот, короче, такой у нас получился видосик, если он вам понравился, то обязательно поставьте лайк. Если вам интересно, как убивать остальных боссов, то скоро выйдет видосик, как убить уже гуся и как убить муравья, там уже посложнее будет. Но если вам интересно, то пишите в комментариях, я постараюсь в ближайшее время все это дело снять. На этом всем спасибо за просмотр, с вами был Безумный ТВ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, всем пока-пока!